США выйдут из ВТО, если организация не изменится к лучшему. Об этом американский президент Дональд Трамп заявил в интервью агентству Bloomberg. По его словам, ВТО очень плохо обращается с Соединенными Штатами на протяжении уже многих лет. Советники Трампа уже давно заявляли, главная проблема организации в том, что она не способна справиться с нерыночными экономиками, такими как Китай. В марте этого года американский лидер начал торговую войну, подняв ввозные пошлины на самые разные товары. В ответ многие страны подняли пошлины на американскую продукцию и пожаловались в ВТО.